Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Друзья мои, сегодня приготовим грушевый тарт с лимонным кремом. Итак, начнем с теста. Тесто будем готовить песочное. Добавляем муку. Охлажденное сливочное масло будем нарезать ножом. И перетираем все в крошку. Я готовлю две порции, но вам я указала в рецептуре одну порцию теста для одного тарта. Натираем мускатный орех, 1/10 орешка, корицу, ванильный сахар и один желток на одну порцию. Сахарная пудра. И ледяная вода. И быстренько замешиваем тесто, чтобы масло не успело растаять, чтобы впоследствии тесто было рассыпчатое, слоеное. Скатываем в шарик и оставляем под пленочкой отдохнуть минимум 30 минут. Подготавливаем форму. Дно застилаем пергаментной бумагой. Выкладываем наше тесто и растягиваем его по форме. Также тесто можно раскатать между двух пергаментных бумаг и выложить в форму, как кому нравится. И обязательно ставим в морозилку минут на 30, чтобы тесто замерзло. Ставим выпекать в духовку 180 градусов на 45 минут. А пока готовим нашу начинку. Чистим груши, убираем сердцевинку. И разрезаем пополам. Груша должна быть обязательно мягкая. Вот как говорят, губами ешь. Вот такого состояния должна быть груша. Готовим крем лимонный. Добавляем желтки, сок лимона, цедру лимона, сахар. Немножко размешиваем и вливаем сливки. Обязательно 33% жирности. То есть сливки должны быть жирные. Корж наш пропекся. Выкладываем груши. И заливаем лимонным кремом. Груши смазываем медом. И ставим в духовку 160 градусов на 45 минут. И под гриль еще на 5 минут. Вот для такого румяного цвета. Я готовила тарт с вечера. Утром снимала форму. Так он еще лучше схватился. Смазываем груши медом для красивого цвета. Края посыпаем сахарной пудрой. И вот такая красота у нас получилась. Завариваем чашечку кофе. Любуемся
этим прекрасным шедевром. Нежнейший лимонный крем сверху, хрустящий песочный корж внизу, мягкая-мягкая груша. В духовке она пропеклась очень хорошо, стала еще нежнее. Вот так разрезаем ножом и смотрим, что у нас получилось на разрезе. Красота! Запах, аромат не передать. Нужно обязательно приготовить, попробовать и насладиться. Ну что ж, мои дорогие, приглашайте своих гостей на такой прекрасный торт. Праздники впереди. Всего вам хорошего. Не забывайте заходить на мой канал, подписываться, поставить лайк, если понравилось. Всего вам доброго. Пока-пока.